Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на этапе бриллиантовой лиги в Монако, где прошел очередной этап международных легкоатлетических игр «Бриллиантовая лига». Спортсменка взяла планку в 4 метра 80 сантиметров и заняла второе место. Первая – американка с результатом 4,90. Бронза у представительницы Греции. Анжелика Сидорова, чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы, будет представлять Россию на Олимпийских играх в Токио в этом году.